Всем привет! С вами Селина Свей сегодня и моя лучшая подруга Кристина. Привет! И сегодня мы сделаем для вас тег «Кто из вас?». Я вообще думала, у нас есть тег «Лучшие друзья», все как бы есть, да, уже, но тут нужно было снять. Кристина моя сегодня такая красивая. Я думаю, да снимем мы видео сегодня. Вот. Ну, я так немножко принарядилась. Вот. И будет у нас сегодня тег, значит, «Кто из вас?». Итак, поехали! Первый вопрос. Кто из вас больше ест? Анна, показывать? Да. Молча показывать? Да. Или комментировать сразу? Ой. Мы, короче, переглянулись и, походу, сразу поняли, да, что... Ну, как я могу сказать, что Кристина больше ест? Нет, на самом деле... Это же обидно. Давай будем честны, ну ладно. Не, я считаю, что я очень много ем. На самом деле, и я все время стараюсь меньше есть на диете. Я ночью в основном ем, и постоянно из-за этого поправляюсь. И нормально я ем порциями. Просто у меня телосложение, ну, да, и я не поправляюсь. И жопа. А ты считаешь, что ты много ешь? Ты приходишь ко мне в гости, ты ничего не ешь. Ну, это я так показываю. А на самом деле, вот вчера съела 6 пирожков. Все понятно. Кто из вас лучше поет? Кристина! Ты считаешь, что ты лучше поешь? Да. А вот, вот и не поделимся. Ну. Ой, ну ладно, ладно. Уломали. Не, ну я лучше пою, это понятно? Ну как понятно? Не то, что понятно. Вы-то не знаете Кристинку. Вот, но я-то занимаюсь. Она не занимается. Но я с ней как-то занималась один раз. И я скажу вам, что задатки у нее есть. Просто она стесняется своего голоса, как многие другие, которым кажется, что они плохо поют. Следующий вопрос. Кто из вас лучше рисует? Я нереально. Да, я, наверное, так. Потому что я не умею рисовать. И я не умею рисовать. Я обманываю. Правда, я не умею рисовать. Ты что видела, чтоб я рисовала? Картину по номерам. У меня есть картина по номерам, а там вообще шедевр. Ну тогда и ты можешь рисовать, ты ее помогала рисовать. Да? Мы не знаем, кто лучше рисует. Я не умею рисовать. Это лицо хорошо рисуешь. Ага. Прям хоть так и хочется нарисовать. Нарисовать лицо, и кто из нас лучше рисует. Показать. Но мы не будем этого делать, потому что мы не умеем рисовать. Кто из вас лучше танцует? Танцует? А где? Вообще. На раз, два, три, поднимаем. Раз, два, три. Почему? Я, например, танцами не училась. И, честно говоря, я всегда думала, ой, я супер танцую. Я такая вся секси-пекси. Ребят, когда меня снимают на видео, я потом смотрю, что получается, это просто трэш какой-то. Нет. Я на самом деле видела, когда как ты и пела, и танцевала. Думаю, вот зрителям... танцевала, это где-то? И танцевала. Под фонограмму, что ли? Нет, в караоке. Помнишь, у Хая Медведя как-то? Я там танцевала и пела? Да, ты вот там... Майкл Джексон. Там лунную дорожку. Да не, я на самом деле какая-то деревянная, мне кажется. Кисти как-то вот они стрёмные все. Ну правда, у меня много есть видео, где... очень сексуально Надя танцует. Мне кажется, Кристинка танцует очень клево. Вот так вот. От души. Кто из вас может не спать всю ночь и более? Ну, это зависит все. Ну, это зависит от некоторых обстоятельств. Давай, что давай. Это имеется в виду? Давай, вообще? Давай, потом объясним. Ты покажи сначала. Я думаю, что и так, и так. Ну, на самом деле, согласна, просто... Так, конечно. Ну, давай, объясни, когда ты можешь не спать ночи более? Когда кофе много пью. Да, согласна. А я без кофе. Да, вот, кстати, вот насчет этого, да, помню, что еще едет куда-то потом.
Все еду, да. У меня бывало, вот, кстати, что я вспоминаю, в Москве особенно, когда я жила. То есть я не успевала делать все дела. За ночь я смотрела все свои любимые сериалы, потом мне нужно было днем куда-то идти рано, и, то есть я не вставала с кровати, но я не спала. И ехала, делала дела, и еще могла вот так ночью. То есть у меня раз в неделю, раз в две недели были вот такие неспящие сутки. Я продляла себе жизнь впечатлениями. Кто из вас выше? Ой, ну человек маленький, низкий или высокий. А что ты сразу начинаешь? Как будто вот, если человек ниже, вот, например, я выше и чувствую себя все время дылдой какой-то. Да. Мне кажется, что маленькие миниатюрные девочки очень сексуальные такие, очень такие подвижные. Кто из вас больше гуляет? На улице или на дискотеке? Давай быстрее показывай. Ну, сейчас, в данный момент. Да, Криза, что же ты еще вопросы задаешь? Я делаю вот так, потому что я считаю, что не знаю, кто из нас больше гуляет. Потому что, например, днем, мне кажется, вот в последнее время, да, потому что раньше, может быть, я больше гуляла, да. А в последнее время, например, я днем больше гуляю, замечаю, что там днем, например, Кристинка дома, а потом вечером она может выйти гулять, а я вечером дома. Вот как-то так сейчас, нет? По-разному. Да. Мне кажется, примерно одинаково, поэтому вот так. Кто из вас больше любит животных? С чего это я люблю больше? Ну, потому что у тебя с детства были котята. Один котенок был за всю жизнь. А у Кристинки две кошки. Это не показатель. Собачка. По-моему, у них еще попугайчик. Сейчас скажи мой возраст, это эта женщина, которая завела. У нее 30 кошек. Нет, у нее собачка такая модная, с которой, знаете, ходить надо в рестораны. Но она почему-то ее держит дома. Не ходит с ней редко. Кошаки породистые, все один персидский, другой. Женщина с кошаками сейчас часто. Второй, кто у тебя? Вильгельм Кайзер. Кайзер, это порода? Нет, это Вильгельм Кайзер, это имя и фамилия. А порода? Британским. Вот, они вообще красивые, породистые. А собака? Лило. Порода. Терьер. Русский терьер. Ну вот. Такие, вот такая картинка модная у нас, с модными животными. И она их очень любит. А я прихожу, немножечко полазюсь с собачкой, и все, и как бы уже потом... Деваться некуда, это друг. Прогоняю. Как куда что теперь девать? То есть ты со мной так же, да? Можешь теперь деваться. Это друг у меня. Нет, ну просто вон у нас соседи завели собачку, и все, уже не надоело гулять за ним, убирать, и вот в деревню собираться. Ну это жестоко. Завели, а теперь то птичек завели, потом их выпустили. Ну да. Вот я даже не завожу, о чем это говорит? Потому что я больше тоже заводить не буду, это мои, можно сказать, первые животные. Ну, в общем, я считаю, что Кристина их больше любит, почему-то, не знаю, почему. Кто из вас младше? Не подглядывай. Кто из вас младше? Кто из вас младше? Младше. Ну, вот, что, как будто бы вот это вот. Я вспоминаю. А насколько младше-то? Всего лишь я в августе, а ты в сентябре. Один месяц между нами. Месяц и... Ну, полтора месяца. Я 8 августа. Ну, ты да, 24 сентября. Можно сказать, никто не младше вообще. Да Кристинка младше. Салага. Малолетка. Школьница. Кто из вас более дружелюбнее? Мне кажется, вот так. Ну, я дружелюбное создание, а Кристинка злая девчонка. Нет, у меня просто скрытая дружелюбность. Я сначала пожурю, а потом задружу. Ну, это чтобы просто человек не расслаблялся. Я ж не буду, я как бы... Я, честно говоря, не знаю, дружелюбные в чем-то. Мне кажется, мы обе дружелюбные. Потому да. Мы вот дружим и дружим со всеми. Да, со всеми дружим. В общем, мы обе дружелюбные. Кто из вас более послушный? Ты уже держишь, да? Странный вопрос. Я считаю, что никто. Ну, как сказать? Крис, давай не смотри на мои ответы, отвечай сама. Я считаю, вот так.
Я бы сказала. Да, вообще, такие очень сложные вопросы, что, ну вот, может быть, потому мы и дружим, что мы очень похожи. Мы обе послушные и в меру да. непослушные. То есть мы... В рамках. Нет, мы обе непослушные и в меру послушные. Так да. лучше, да? А то совсем положительные герои какие-то. Вот, в общем, все вопросы закончились. Теперь вы узнали о нас еще больше, увидели нас во всей красе, особенно мою Кристинку. А с вами была Селена Свей и моя лучшая подруга Кристина, а мы увидимся с вами в следующем видео. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Скажи. Да-да. Скажи, поставили лайки и подписывайтесь. Подписывайтесь на Селена Свей и ставьте лайки.